Итак, во время выхода к прессе глава региона говорил не только о делах небесных, но и вполне земных. В частности, начальник области сказал, что с 1 сентября будет повышена зарплата бюджетников. Я принял решение о повышении с 1 сентября заработной платы в бюджетной сфере в порядке исполнения указов президента. Значит, для этого мною дано поручение изыскать в бюджете в региональном порядка 260 миллионов рублей. В целом практически всех профессий бюджетной сферы это коснется. Значит, с 1 сентября по итогам средней зарплаты в экономике в первом полугодии этого года. Напомним, правительство России в этом году запланировало повышение зарплат бюджетникам от 20 до 50% в зависимости от отрасли. Сейчас увеличение их заработных плат предусмотрено большинством бюджетов субъектов федерации. А рост денежного довольствия в этом году первым делом коснется медиков, учителей, работников дошкольных заведений.